3, 4, 5. И от Тауки пришел в basic.net 3. В этом видео мы будем делать калькулятор. Итак, начнем с того, что переименуем форму на калькулятор. Вернее, заголовок, то есть памятный форму текст. Дальше тут выберем такую вещь, как Maximize Box. И form border style выберем Fixed Dialog. И форму сделаем чуть поменьше. Запускаем. Вот, запускается. Вот такая вот прикольная форма получилась. Теперь надо поставить элементы. Начнем с текстбокса. Его надо поставить вот сюда. Так вот увеличить. Теперь кнопочки будут размера 48 на 48. То есть вот так. 48 на 48. Эта цифра будет вот так вот кнопочки оставлены. Их оставлю. То есть тут, например, будет 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И еще как же без нуля. Чем поле для набора текста. Дальше еще надо добавить кнопки для операции, то есть вот так, то есть например добавление, дальше умножение и деление. Дальше добавляем еще одну кнопку, а именно кнопка. И тут остается еще одно место, пока я не знаю, под что его использовать, но потом что-то добавлю. Уменьшаем форму. Запускаем. Чем вот такой вот простенький калькулятор. А да, ничего пока нельзя. Также надо поставить Textbox Read Only. Теперь перейдем к коду. Для начала надо написать событие. Добавить цифру. ByVal number as integer. Вот так. Теперь надо сделать следующее именно. Чтобы эта цифра писалась в textbox. То можно, например, сделать вот так. textbox.t1.text равно textbox1.text и number. Все этого вызов этого события можно, например, прописать кнопки 1. Вот так. Проверяем. Вот тут нормально пишется цифра 1. Все надо то же самое сделать со всеми остальными кнопками. Итак, вот я прописал все эти цифры. В общем-то, сделал, чтобы выполнять это событие при нажатии кнопки. Сейчас будем проверять. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вот, можете посмотреть мой код. Тут просто рутина, ничего особенного, поэтому я и поставил видео на паузу. Итак, теперь надо создать две переменных под названием one number типа integer и two number тоже типа integer. Готово. Теперь надо сделать следующее.
И нет, при нажатии кнопки плюс в one number. Кодочку не все. Уведомление. Так, я пока иду, потому что там уведомление. Итак, продолжаем. В общем-то, переменные one number надо добавить, в общем-то, что переменная number был текст первого текбокса. Дальше надо еще создать переменную operation. И она будет стринговой. И operation надо приравнять плюс. После этого textbox 1, текст надо приравнять пустому. Вот так, проверяем. И сюда я еще сейчас добавлю кнопку clear. Пишем, и оно очищается. Итак, тут будет кнопка clear, которая будет просто очищать textbox 1.txt. Проверяем. Действительно. Так, теперь надо сделать то же. Теперь надо сделать кнопку равно. Она будет смотреть, если one number равен. Так, для начала надо курсы еще сделать. Равен. Так, в статье. Сейчас. В общем-то. Так, сейчас. Так, продолжаем. Если one number равен noting, то в таком случае message box сначала берите мне число. Вот так. То есть уже есть защита от того. В итоге теперь else. Тут будет происходить следующее, именно вот number равняется текст box 1.txt. И дальше идет select operation. Итак, кейс плюс. Начнем с кейс плюс. То есть это будет происходить добавление. То есть так, для начала еще надо создать еще одну переменную result, тоже типа integer. И тут пишем result равно one number плюс two number и textbox 1. Точка. Текст равно результат. Так, теперь надо сделать следующее, именно создать новое событие.
Collaboration Survival Пусть берет его Collaboration, так как Collaboration уже есть. И закинуть сюда этот код. И принять Operation. Operation. Кстати, Operation тоже стоит. Да, тут надо просто написать Star Operation плюс. В общем-то, тебе надо сделать то же самое для минуса. Для умножения. И для деления. Так, тебе надо еще вот этой кнопки, например, применять Start Operation. Минус. Вот этой кнопки применять Start Operation звездочек. Вот этой кнопки Start Operation slash. Проверяем. Я 1, 2, 3 плюс 4 равно 127. Так, получаем краш. Эй, перед этим надо еще взять one number, two number, приравнять их ноттинг. То есть в пустоте. Это в каждом месте. В каждой операции. Вот так. Итак, запускаем снова. И проверяем. 2, 3 плюс 4 равно 7 плюс. Теперь, например, 7 умножить на 2 равно 14 плюс. Так нажать то. Вот. Или, например, 6 минус 3. 3. И даже 6 минус 4. 2. 2 умножить на 2. 4. Например, 2. Нет. L4 поделить на 2. Я, например, еще что-то подумаю. 8 поделить на 4 равно 2. То есть, получился вот такой вот калькулятор. Ссылку на его исходники вы найдете в описании. С вами был Макс 1.2.3.4.5. Всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и пока.